Добрый день! Сегодня в своем видео я хочу рассказать и показать, как можно приготовить домашний пирог из слоеного теста. Вот я взяла слоеное тесто вот такого вот производителя, можно любого другого. В магазине очень много разных всяких брендов. Итак, тесто нельзя, чтобы оно было полностью размороженное. Теперь его надо аккуратненько раскатать. Рассоединить, потому что оно идет вот таким вот пластом. Вот, замечательно, как получается у нас. Итак, теперь я взяла подсолнечное масло, взяла свою посуду, промазала все стенки маслом. Также взяла яблочное повидло. Теперь я буду тесто ложить кусками в посуду и каждый слой промазывать именно так. Так как посуда у меня не широкая, поэтому тесто как было сложено такими кусками, в принципе, я его и буду делать, выкладывать по этим швам. Так, вот я положила первый пласт, теперь я беру, выкладываю яблочное повидло сюда по всему блину и распределяю его. Слишком много не ложите, потому что он будет слоеный, высокий, и чтобы тесто не, ну, начинка не повылазила. Теперь следующий слой, точно так же и до самого верха. Каждый слой промазать и положить новый пласт теста. Итак, получился у нас вот такой вот пирожочек вкусное. Слоеное тесто поднимется, он будет пышный и воздушный. Теперь в разогретую духовку где-то 180 градусов запекать мы будем его минут 15-20. То есть оно быстро очень даже запекается. Главное, чтобы не подгорело. Итак, вот я достала свой слоеный пирог с яблочным повидлом. Он у меня получился вот такой вот воздушный, красивый, самое главное, очень вкусный. Всем пока, подписывайтесь на наш канал и узнаете много чего полезного и интересного для себя.